Hey, Jamir. Move easy, Lu Yao. I see how Hung Lao. Кубик, Рубик. It's quiet out there. Мне куда лучше картинка, чем у тебя тут сейчас. А? Ты там сейчас что делаешь? В больничном наряде хожу. Мои сиськи фрыгают. О. А, классно. Так, мне надо как-то выбираться. Загрузка идет. Да. Что ты наделал? Я только телевизор включил посмотреть. Ну, уже всем напихал тут. Палку мне принес. Сиськи. I'm not even gonna attempt to fight until I get a gun. Two test subjects have escaped from the quarters. They must not leave the facility. Permission to use firearms has been granted. Repeat. Кто это за рамшан там? Акцент. Джейк, you're still alive. Это русский акцент, блин. Мне наоборот, только на это азиатский что-то такое. Это чудеса научился. Это стамина, что вообще не регенится это. Ну да, регенится. Yeah.
Тебе что, пердык там что ли? Сейчас будет. Мне же всю рубашку порвали. Выстрелами. Главное, у меня раны на теле регенерса вместе с рубашкой, а хп нет. Ну ты, блин, даешь. Да, куча врагов, целая толпа. На копашку все всеми драться. Ты что, не понял, как драться в рукопашку? Я понял, но ты думаешь, мне стамины на всех хватит? Иди в этот коридор, слышь, Пульдер. Я тебя прикрою, это я. Ну ладно, не бегут, давай. Вон спереди. Тут код какой-то надо ввести. Он побежал за тобой, у меня все, камера не поворачивается. Я тут спрятался. Это здесь чувак. Не, не помогло. С одним я точно сам разберусь. Хотя он мутирует во что-то. У меня тут пароль какой-то, я не знаю. Мне тоже пароль надо. Так, иди к камере быстро. Сейчас вылупится хрень. Наверное. Да. Ты возле камеры? Да. Яна. Ага. Вот он. Сейчас тебе прибежит друг. Может, и нет, надо его привести. А, он застрял тут слегка, вот сейчас идет. Вот оттуда сейчас выйдет. Давай, развлекай его. Как его босыми ногами бьешь? Что мне еще делать? Пароль нужен, блин, я не знаю, где его взять. Мне тоже нужен пароль. Чтобы открыть дверь, надо здесь побегать, найти, значит. Покажу, поищу. Где тут может быть пароль? Там какие-то знаки будут пупят, там всякие многоугольные. У меня тоже, круглые. У меня такой же пароль. Камера, камера. Нет, может, это головоломка, которую решить надо на месте.
If the Chihuahua can get through, so can I. Just need to see how they do it. Да. Я понял, как пароль пройти. Спрячься в шкафу. Возле этой, возле пароля. Кажется, я видел. Ну подожди, я попробую. Правильный пароль. If the Chihuahua can get through, so can I. Just need to see how they do it. Какой пароль будет? Ну, планета, планета и нижняя средняя штука. Какая планета, блядь? Нарисованная! Там номера скажи. Ну. Две планеты и нижняя средняя штука. Не знаю, что там говорит. Две верхние кнопки посередине, одна нижняя. Быстрее. Не, ну ты нормально скажи, блин. Две верхние кнопки посередине и одна нижняя посередине. Как это две верхние кнопки посередине? Два раза нажать подряд одну и ту же кнопку, которая посередине, в верхнем ряду. Ты можешь просто спрятаться в шкафу и посмотреть долбанный пароль. Ну, ну где там прятаться? Вообще-то в разных местах, если ты не знаешь. Ты не можешь нажать то, что я тебе сказал? Я уже нажал, но у меня тут другая проблема. Какая? Идти больше некуда. Он просто становится и ждет возле двери. Но я не могу пройти дальше. По каким-то причинам. Ты открыл дверь, да, с паролем? Чего? Ты открыл дверь с паролем? Да. А, блин, мне тут еще одна дверь с паролем, я не заметил. Да ладно. Просто какая-то толпа врагов была.
Джейк! Да ладно. В чем? Where are we? China. Obviously, but where? Why? No, don't care. Yes, no, I am done being their guinea pig. What did they do to you? Plenty. They said something about using my antibody to enhance the C virus. Oh no. What else did they say? You know anything about an Albert Wesker? What? Take that as a yes. They talked about him a lot. I guess he had an antibody that could fight off any virus. Apparently, he abused his gift. Took it for granted. And ended up turning himself into some kind of monster. And I thought dear old dad was just a deadbeat who skipped out on us. No, 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 he was actually a freaking nut job who almost destroyed the world. Your father's actions have nothing to do with you. Yeah, but his blood does. It's the whole reason why we're even here. I mean, come on. You really think that crazy doesn't run in the family? That nothing of who my father was didn't somehow get passed on down to me? You of all people should know that's true. User joined your channel. Just saying. Man that I am. Чем занят? Things that I've done. Едем к его. It all makes a little bit more sense. Зачем? Вали отсюда. Мешаешь смотреть ролик. You can blame your father all you want, but at some point you have to take responsibility for your own actions. I have to let my superiors know I'm okay. But first we need a way to contact them. Так, я да. Так, патронов нет. Так. Поэтому будем всех спихивать с карниза. Блин, что эти очереди постоянно меняются? Ты помочь не хочешь, да? Нет, именно не то же самое, но менее развивается по-другому. Почему я научился сделать? То же самое будет, как эти вот залы. Так, ты вылетел. Чуваки, которые воюют, этот зал называют. Вот за этого, за Джейка будет то же самое. Эх, нам нашел. Ок. Как там? Террор. Всем занят, да? А чё? Я что, отсоединился?
Нет, куда? Поднялся другой чувак. Как монстр. Ничего не. Ты зайди так ко мне. Ты заходи ко мне. А? А чувак? Да он как монстр присоединился. Ну для кого этот карате позиру? Как монстр, блин, это что он с пулеметом будет? Да любой из монстров. А, быстрее. А то он тут спавнится и спавнится. Лёш, микрофон твой пофикси ещё. Ага. Ты где там ебать, ты уже уебал, да? Меня тут гранатами закидывает. Иди вторым займись. А? Я кунг-фуист. I'll tell you this. It took a lot of money to build something this big. No kidding. I never saw anything outside the one crappy room they had me in. Пошли ему пузо потрём. Если это тот, кто я думаю. Can't read this. Я думаю, а. О. Блин, поможешь, может? Иди прочитай, что на статуе написано, я не могу. Чего? Я не могу прочитать, читать на китайском. Алло. Чего? Там занимаешься. Она издохла. Ну, рукопашно убивает. Иди читай. Где? Посередине, быстрее, еще один зашел. 10-3. Так, нажми пробел. Прочитай, что там написано. Три медальона для Запада. Для Востока 10 медальонов.
Мы пойдем туда не 10, конечно же. Это пиздец, это пиздец. Тут не пройти. А? Тут не пройти. Вот там просто выйти отсюда нафиг. Think this might be a way out. Ничего. So, do you know where to go, or do you have to check with your boss first? Скидывать медальоны никак было, да? Ты что сделал? Медальоны ставил. Так, ну чуваку плохо стало, помоги ему. Да. Ты что, потратил эти медальоны? Да. Я же 10 хотел. So, what they have you doing for the past 6 months? You name it. They were trying to research the virus I'm carrying. It was the same thing I went through after Raccoon City. It was just as shitty the second time. Jeez. I'm sorry. Помоги ему, я с верхним займу. Да, он тут 3 комбо сделал. Блять. И там как идет? Пытаюсь что-то сделать. Что это? Насилие. Слишком много разумных людей зашло. Вроде настроен был. All we have to do now is find the rest of them. Побежали бы быстрее. So, what they have you doing for the past 6 months? You name it. They were trying to research the virus I'm carrying. It was the same thing I went through after Raccoon City. Just где там были? А что же комнаты, где они были? В баре? Да. Немного барфлайта.
Много, блин, по-моему, мне так они вообще не кончались. Взял значок. Где он, я не знаю. Ты нашел время, а? Давай, берись, я тебя, по-моему, зацирую. Забирай значок, блин. Понял. Пошли, там дальше баня была какая-то. Одной двери мало было открытых. А здесь, здесь значок. Где значок-то? Что там кто-то выронил? Ищи. Ходи, скупайся. Уже ходил. Да что ж такое, оба мутировали. Пиздец. Буду лупляться. Но в бассейне вроде как ничего нет. Перка на восстановление нет, наверное. Чего? Стоять, скотина. У меня патроны как-то не закончились. Когда я его убью? Или ты? Ты. Че, 4 найдет на где? Где, куда пойдем? Давай, сторожи коридор, я поебущу комнату. Если это комнаты. Одна есть. Yeah.
Я пидорас, куда-то убежал. Да, ко мне убежал, блин. Еще один. Воняй дальше лицо мне. Ты кувырками из кучи вылезать идут. У меня просто патроны кончились. Где, блядь? Здесь я медаль последнюю подобрал. Ходим? Да. Где здесь выход? Сюда? Ну, там внизу спуск, где мы начали. Куда? Веди быстрее. Куда, блядь? Не знаю, что здесь. Ты здесь был. Ты где, пупер? Иду монеты вставлять. Чего, блядь? Чё ты меня бросил опять? Бросил? По-моему, ты затормозил там. Только что рядом со мной бежал. Нажми Q, тебе покажут, куда идти. Тут у нас чувак играет такой. И что? Хреново играет. Он крадется к тебе. Крался. Мне еще есть. Наверное, еще ему не нужно было, ну ладно. Кто ж знал? Это не сверху надо. Go and get him. Зафейлился. Заохотился. Experiments. Here we go. Hello. It's all right here. Why don't you call your boss? It's me, Sherry Birkin. Yes, he's okay. We were detained at a facility in China. Really? All right, I'll send you our exact coordinates. They're already here in China. It's over. We're saved. Hallelujah. So you ready? Done. Now let's get the hell out of here.
что, давай убираться. Убираться. Веник доставай. Good. I was sick of this place anyway. Oh crap! Run! Твою ж мать. Давай вокруг него бегать. Он херня не сможет стрелять в упор. Откуда знаешь? Ага. Побежали к двери, блядь. Пробежим нафиг. Ага, статуя тут двинулась назад. Как туда теперь добраться? Ну, статуя снова. Окно открылось. Чё, как ты туда прыгнешь? Нет. Где лестница, наверное, сейчас скинет. Тяжело эти, да. Блять. Он в себя целится. Ебать, кентавры. А. Ты помог, блядь, Путер. Как? У меня тут свои враги. Это тоже кентавр. На тебе. Ну как там? Еще один кентавр. Я у него уже отсюда. Я походу убил. Шерри, this way! Сюда, блядь. Ёбаный в рот. Взяли. Jesus Christ! Тормоз. Чего, у меня ничего не было. Спрятался под танк, да? Он ничего не просил нажимать, его. Да блин, бежать надо, ты еще не привык за все это время игры. Если, блин, пробил. Просто за тормоз такой. Вон это глюк. Пройди с ботом, блин. Давай, выливай. Ливнул? Шо, ну загрузка еще идет, блин. Чем оно не надо? Поехали. Че, вы приехал? Нет, он же не такой калека, как ты. Рамбах какой. Конечно. Давай заходи. Че, конечно, сам бы выбрал базу, наверное. За наркоманов не играю. Ну, дуй. На барыга.
ты барыга наркоман. Пошли, вон танк сверху стоит, нас ждет. Я крепкий, как танк. Не совсем. Выходит, танк как и крепче. Ща. Ща. Идем. Да. Go and get him. Лаги, лаги. Вообще лестница с другой стороны была, ну ладно. Вонючка, мать. Я тоже об этом подумал. Убежали отсюда. Кувшинки. Ты что, так с знаниями просветиться решил? Вах. Тебе, по-моему, надо здесь прыгать. Мопед. Чего? Сделай что-то. Только не понял, зачем он. Блять, да что ж такое-то? Что хочет дать мне наркоманский танк? Ты там как уже? Как-то так. Пригодилась взрывчатка. У меня аптечек только не осталось. Ты сделал что-то? Делаю. Я могу пройти? Нет? Нет. Что ты нашел? Ну тут же враги будут сейчас. Травка красная. Нет, травки, ты должен это беспокоиться о том, что меня сейчас убьют.
Было у тебя тормозы, что танкист косой. Твою мать! Это что сейчас было? Здесь где аккуратно. Стреляй, скотина. Он там раздавит тебя. А вперед ты не можешь стрелять? Нет. А что впереди? Впереди злой чувак, который коктейли бросает. Он тогда нам так повернул? Не знаю. Блин. Они сами друг друга убивают. Еще лучше. Я тут падаю. Я при чем? Блядь. Нет, я не окей, у меня придурок водитель. Резко не правил. Я не знаю, ты слепой вообще. Я думал, я плохо вожу. Я же тебя, блин, тут дорога сливается. Все горит. Да это не знал страдает. Лево, лево, блин. А ты умер, что ли? Лево, право. Не старайся в грузовик. Блять. Я думаю, что не сюда. Ха-ха-ха.
Лево, блядь, кабина, бежать надо, ну ты что? О. А почему ты сразу так не сделал? Потому что тогда две кнопки загорелось. Я бы надо тухлый взрыв, блин. Да. У меня полкарты разорвало вначале. Ох, пиздец, там впереди будет. А? Упать. Дверь обезьяне водить машину. Ага. Всех угробит. Никогда не сдавай на права. Прыгай в него, нахуй. Что? Да что там было? Чего? Я не понял, что там случилось. Вот там лаг был просто, но мы как бы проскользили на боку. Как под бензовозом. Вправо, влево, влево, вправо. Мы можем медленно поехать. Сразу бы так. Запасная езда. Бери пистолет, если ты же не запишешь. Так, у меня кот лезет к монитору. О, ушел в ту сторону, стреляет, а с этого ничего не вижу. Он с другой стороны много делает. Какой снайпер, а в нас попасть не может. Ну сейчас ты будешь ловить машинки. Ты попал на винтом. Сказки, блин. Бочечки. Это твои старые друзья, договорись с ними. Куда, блин, спрятаться? Тут?
Хватит туда думать. Я увидел лестницу, да. Dropping like flies. We'll have this mess mopped up in no time. And I thought we'd be here all night. This way. Okay. Вот я лестницу сейчас скину. Ты уж постарайся. А у меня автомат откуда-то взялся. Я уже спиздил. Чё за автомат? Это смешно выглядит. Ну так. Chris is on the roof trying to take that chopper down. Каратист трех кентавров убил. Я видел. Well, I have some explosive rounds that can even the odds. С автоматом не едет, смена режима. А нет, он не едет. Не есть. Что за режим? Стреляет типа как разрывные, только я. Мать, вы убери их от меня. Особенно этот метод не нужен. Типа гранатомета. У меня закончились патроны. Ну это fucking business. Много ценных кентавров слишком. Я не могу попасть. Даже у тебя нет гранатомета. А у меня к нему 0 патронов, блин. Попасть все еще выше, блин, залезть. Лезть никак. Подсади меня. Иди сюда. Да. Ты лесенку скинешь? Не знаю. Ах ты ж, блядь. Ловись. Не знаю.
Че ты убивать будешь? Блин, я не могу взять патроны, потому что у меня что, инвентарь забит? Зашибись. Бля, может я вниз поищу снайперку? Че? Херню эту поищу. Я нашел патроны. Добиваю. А где он? Вылезет, добью. Да дофига народу пришло. По моей душе. Давай, он вылетел, куда? Я не могу так высоко стрелять. Ну сюда залезь. Да, туда, я туда не могу залезть. Ну, куда ты залазишь? Прыжок, походу, надо сделать. Это на ту сторону можно упасть, эти два придурка его снимаем. Was my father? I don't think so. Why? No reason. Maybe I just rubbed him the wrong way. Ты чё, где мы? После боя с вертолётом. Did you even see the kind of helicopter they sent after us? And a bird like that costs around $15 million. Man, terrorism. Maybe they have an oil baron or two in their pocket. Oil barons? You know, in the country I was born in, people think Uncle Sam causes most of the problems in this world. Ну, скажи что-нибудь. Что? Ничего. Ты на бло. Или без микрофона, скажи. Ничего.
Я не слышу, что не беспокойся. Look, these terrorists have unleashed bioweapons on our country too. So the whole world's going to hell. And you're the only one who can save it. Well, shit. As long as there's no pressure, right? Jake! There's no sneaking around them, is there? Что они еще издеваются? Ну все, давай перелезай через дверь, может, нет, быстро. За ними прятаться можно. Хотя я тоже могу туда, наверное, полезть. Или нет. Не умеешь на турниках летать. Ну чё, как дверь открывается? Не знаю. Подойди к ней. О. Походу нельзя было мне открывать тебе калитку просто. Ё-моё. Да нет. А стреляй в них, что ли? Ты вытащишь, что ли? Нет.
Ползи давай ко мне. Мы друг друга блокируем. Надо неприятно. Слишком узкие коридоры. Сундук там был, взял с него. Кого? Из сундука. Дробовик. Что? Дробовик. А у меня нету. Блин, я пропустил, походу. Да, только что. Зашибись. You're not even gonna ask if I'm okay? I thought you were indestructible, Supergirl. Ты бы уже спустился и как-то помог. Да, мне тут бежать. Я снизу отстрелял. Сказал, как мне подняться. Помог бы, блядь. Где? Да мне он снизу обстреливал, блядь. И сверху вообще. Снизу. Поможешь мне оттуда? Иду, пытаюсь. Да блин, тут закрыта дверь, я не могу пройти к тебе. Ты должен мне ее открыть с той стороны. Пропустил, наверное. Да. Меня, кстати, здесь подсадить наверх можешь. Зачем-то. Hurry, get in! Где? Иди сюда, сейчас я открою. О, я смогу вернуться за шотганом. Подожди, щиток. Если это не чисто твое оружие, конечно. Да, оно было просто как бы вместе с нами. Точнее, вместо того, чтобы пойти упасть, я взял шотган. Ладно, это, наверное, только твое оружие. Что значит только мое? Ну, у тебя нет, например, нет автомата, а у меня нет шотгана. Блин, куда? Ну, все у всех есть. Просто ты вперед побежал вместо того, чтобы взять его. А у тебя есть автомат? Нет. Вот именно. Ну автомат, блядь.
Он же тоже, наверное, где-то валялся. Ты подобрал, а я не подобрал. Нет, я не подбирал. Мне его дали по сюжету. Как там? Я даже не понял, как. Они дали, может, подобрал там с мусором каким-нибудь, не заметил. Ну, пошли. Обойдусь без шотгана. Что? Ты запилаешь плоти? По-моему, он сам себя убьет. Бля, разглядеть бы поближе, как она там работает. Ну подойди, ты будешь. А? Я не успел. Ты что делаешь вообще? Тут другой враг был. Я его убил. Да, вот бахну с магнума. Шволоу. Ну, куда, блин? Работай, сука. Проба, блин. Это же не совпадение. Знакомые люди. Чувак, который не умеет водить самолеты. Tracking the men behind all this. Chief Security Advisor Simmons. What? There must be some sort of mistake. I report to Simmons. He's your supervisor? We're on our way to meet with him right now. Where is he? I need to know. Jake! Let me handle this. Your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just anyone. He saved my life back in Raccoon City. Fair enough. Look out! Him again? Friend of yours? More like an ex-girlfriend.
guy doesn't know when to quit. Welcome to the club. You get used to it. Watch out for his arm! Got him! Что с ним делать, блин, я забыл. Убивать, наверное. Просто стрелять. Ага. Ну вот, опять я не узнаю, что там творится. Берегись автомобиля! На меня падает вышка, надо стоять и ждать. Может, он мазохист? Почти без патронов. И совсем без аптечек. Прыгай мне на голову.
Ну ничего, полегчало. Да, нашел пару бабчик. Еще бабчишек найти. Да, ты ж помнишь, что ногой можно открывать дверь. Я не забыл. Я нет, не помню. Два раза пробил, да, вспомнил. Это пол игры прошли. You worried about Simmons, right? You're gonna be fine. Okay? За что мне это, а? Ты что ли так управляешь? Бля, там в другую сторону надо клавиши нажимать. Это как он не трогает. Что это такое? Летающий, блин, демон. Я мой, блядь, магнит. Ты можешь ты там управлять? Я не хочу. Нет, нельзя управлять. Ты только должен. Собрать? Я не умею. А нет, блин. Давай, защищай нас. О. Не водитель, да? Я не думал, что так управлять, я думал, что натурально. Чего? Да ничего. Че это за пиздец летающий? Только рабочий бегает. Это в рот мне ноги, птица. Давай, дрыщ. Мозгов хватит завести. А, да. Я вообще девочка гений, не надо тут. Бля, а почему я в стол прыгнул? Потому что ты дурак и наркоман. Не спалкивай. А куда он стрелял, если у него головы нет? Ну, не знаю, в яйца, например. Кто-то видел бы. Кто? Ничего не видел, тут проблема. Это... Ну, блин. Короче, чувак с крыши спрыгнул на этого чувака с пилой и зарубился в пилу. Хорошо. Все монстры хороши, у них нет интеллекта. Смотри, может это сейчас получится. Сейчас посмотрим. He's back! This prick won't give up! Ну смотри. Чувак бежит, а он. А? Наверное, сам это вызвал. Сейчас его убить начал сразу. Ты
Блин, да. Не, ему плохо там стало, блин, это далеко. Подойдет. Отходи. Отходи нафиг оттуда. Found us another boat. Just saw some sort of light or something in the water. Русалки. Злые русалки. Оно указывает, куда нам надо плыть, а куда не надо. Оно указывает, куда нам надо плыть. Ага! Бля. Забей, блин, я лучше полежал, чтобы она меня еще раз не ударила. Блин, серьезно? Ты не бойся, он пониже не бьет. Вообще-то в этот момент у меня теория нет. What the hell was that? Я тоже подумал. I don't know. А? What the hell was that? Он меня только что резал, а тут я в него выстрелил.
Over there. That's the rendezvous point. У меня вообще закончились аптечки все. Worst boat ride since the Titanic. Shit! Sherry! Jake! Знаешь что, это очень-очень плохо. Пинай его ногами. Ну нафиг, у меня один квадрат ХП. Что, я вдруг взлетел? Угу. Супер силы. Супер девочка. Вау. Still keeping tabs on you, huh? For now. Let's go then. Тупит наркоман. Чьи траву? Поделись своей, у тебя ее много. Да, я первым пойду буду. Ты сдохнешь, нет. Да, вдруг эта дверь меня убьет. Откроется и убьет. За нозу загонишь. Was right about Simmons. I want you to run. No matter what happens. Promise me. Fine. Agent Birkin, impeccable timing. Kindly take these two into custody, won't you? Аж пропускали главу. Is it true? What? Are they running down the street, screaming it to anyone who'll listen? Answer me! It's for the benefit of the United States and global security. Can't see how killing the president is good for the country! The president's dead? Well, we have Leon to thank for that. God damn you, Simmons! Dispose of them. Still of use to us. You need to be more careful. All right, all right. So what's the plan, hero? You think you can make it to that door? Why don't we just waste him? Because I need you to take care of Sherry. Can we wrap this up? I do have better things to do. What are you two gonna do? Finish Simmons. There's information on here that could stop the C-virus. Simmons wants it. Thanks. I'll put a call into FOS, get you some protection. Now move! Да. Go, run! Походу некуда. You promised. I lied. Sherry!
другая. То мне все время кажется, что он в бинокль ему в голову смотрит. Лежачему за боком. I'm sorry. I trusted Simmons. I should have been able to see through his lies. This is all my fault. Just following orders, right? I thought you were doing the right thing. Find the vaccine. Save the world and all that. They took our weapons. Ух ты, что я буду карате стайл показывать. Hey, there's our gear. How do we get тут эти будут расчленяющиеся будут. Вперед. Good luck. Thanks. Зашибись вид. Чё там? Ну ты представь себе, Шерри ползет через вентиляцию. Так. Тут не только я ползал. Знал бы я как. Чё? Знал бы я как. Ломай дверь. Не могу. На замочную скважину с дробовика. Сейчас. Нет. Лол. Хватит там орать. Ну, стреляй в дверь, блядь. Эй, break down the door! Вышел и говорит, ломай дверь. My pleasure. Да, я у рукопашки. Ха! Так. Валим отсюда. Их нельзя убить. Они убиваются. Не знаю, валим. Вторую кнопку нажми. С другой стороны. Быстрее. Медленно так заходит, подумаешь, там монстр. Зато теперь у меня тоже шотган есть. Electricity temporarily rerouted to incubation chamber. To activate elevator, please attach reserve battery. Reserve battery? Батарейки есть. Won't know till we find it. Куда идти, блин? Эти двери не открываются. Давай попробуем нажать. Иди сюда. Нажми на свой. Reserve battery 1 activated. 25% charged. Damn it. Иди сюда, здесь можно открыть дверь. Хватит избивать бессмертного чувака. Он не бессмертный.
Ты это серьезно? Потому что я играл за них в это. В охоте. И вообще легко убивали. И что надо сделать? Полностью расчленить? Да нет, у них там просто есть свой этот, урон. Не решается. Я хочу в лаву прыгнуть. Раскаленная лава. Куда, блядь, куда? Вон палка сюда. Туда же. Блядь. Понятно. А там сбоку палка была, на которую ты можешь прыгнуть справа. Где? Вон там, видишь? Ну там, куда я целюсь. Mm-hmm. Вон она. Да ну нахуй, она далеко. Не допрыгнешь? Нет, конечно. Если б там, если развернуть эту хрень, тогда причём допрыгнул. Ты какой-то мальчик для битья. Че? Да, ну ползет. Кальмар. И че мы делать, у него рук нету. Он их уже выкинул. Ну, куда зажать кнопку прицел по атаке? Ну, у меня шокер заряжается. Какой еще шокер? Это шокер, что ли? Да. Потом отпускаешь, он должен с рывка бежать. Успокоился. Жми. Выжми. Нету. Почему она бежит как свинья? Ролаем. Reserve battery 2 activated. 50% charged. Так и ж ползает. Забейнгнил. Ты же прицел объел, да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой! Никаких тут домоганий. Нифига, блин, я сейчас сдохну. Блять. Хорош играться, блять. Короче, убегаем просто. Оставь их в покое. Ну, просто дробовика сажу, чтобы он сдох. Куда, блядь, тут поворачивать? Чем мы вообще сюда побежали, когда нам надо было на лестницу идти? Ты уверен, что надо было на лестницу? На лифт, блядь, и на... Там закрыто было.
Тут мы его найдем. Ну вот сюда нам надо было. Я советую тебе поторопиться. Ну, теперь я в Д могу попасть. С, давай быстрее. Я в Д. Пиздец, а мне тут что делать одному с кучей врагов? Убивать их. Да ладно. А как мы не нажмем? Нам тут надо вместе нажимать рычаги же или нет? Да. Чем ты значит? Ты скоро там? Да, жеба. У меня тут всего лишь 5000 очков умений. Я нафиг свалю на ездящую хрень. Где ты там? Иди сюда, блин. F? Куда, блядь, придурок? Ты сказал идти сюда. Ты уже в С-блоке? Ты же видишь меня. Теперь вижу. Так, да, что за ноги? У них три боевика выстрелили. Давай с другой стороны, где там нажимай. Я помогу. Да. Reserve battery 3 activated. 75% charge. Блин, тут трава есть, подожди, я что-нибудь выкину и ее подберу. Зараза. Чё? А, блин, только выкинул патроны, сразу снова подобрал. Пошли. Ты не успел, да? Да. Лежит хрень и визжит. Я не понял, куда нам надо. В F, кажется. G, G, нам надо в G. Куда же нам? Вон сверху, он зеленым светится, видишь? Если она еще выше поднимется. Не поднимется, там другая. Тогда нам надо в Е, наверное. Или где сделать пересадку на другую? Блять. Я сейчас тебя прыгну вообще. Что мы делаем? Oh!
ты, блядь, куда ты смотришь? Я вот пытаюсь понять. Что понять? Да нам ну, скоро конец. Пересадку с Е надо делать. Но мы на Е не ездим, класс. Что за пиздец? Так куда нам? Как ты думаешь? Ну, я на Д поеду сейчас. Ты... Нет, там есть пересадка. А я не могу прыгнуть, класс. Ну да, подожду следующего рейса. А, только ты сюда можешь прыгнуть, тут перекладина долбана. Я тогда здесь жду тебя. Вдруг ты что-то сделаешь там полезное. Ради разнообразия. Нет, тут два рычага. У тебя какой-то другой должен быть путь. Может, ты его должен мне открыть? Нет. Ты мне ничего открывать. Там у тебя другой путь какой-то должен быть. Я догадываюсь примерно. Единственный возможный путь. Да ебаные руки, сука. Дверь ты никак не можешь открыть. Я ничего не могу тут делать. Мне вообще надо на другую сторону. Я сейчас себе зайду. Блин, то следующий рейс. И как ты сюда упал? Пробежал через комнаты. Я не знаю, что мне делать. Ты не можешь попасть на ту сторону, да? Лазеры, блядь. А, я помню, вспомнил. С помощью турника можно туда перепрыгнуть. Ай, блядь. Надо туда хрень туда вогнать. Какую? Регенератора? Да. В лазеры? Ну, так было в ролике.
ебать. Ё-моё. Отойди нафиг отсюда. Я думаю, ты как-то с другой стороны должен залезть. Травка, ёпта. Там турник есть, кстати, если ты будешь на этой кататься. Там еще одна дверь есть с турником. Может, это туда как раз? Может быть. Пока поем ментос. Да. Ура! Плохо живется их инженерам. Unexpected power surge detected. Please use elevator for evacuation. First there's no power, now there's too much. At least the elevator works. Кто, где, куда? Да-да-да. Ты чё, прошёл? Кран надо было пустить. Краны бегут за краном. I'm fresh out of patience, pal. Что нам делать? Падать. Мы потихоньку спускаемся. Какой сюда нам? Иди сюда, блин, будем, мы уже один тут. Так, мы не сюда. Так. Sherry, you alright? Yeah, I'm fine. Hurry! See you're okay. Wait, was that you who just freed us?
Looks like you guys saved the day again, huh? I can see your father in you. How did you know? Hey, hold on a second. I see you knew him? Yeah, I did. But I'm the one that killed him. It was you? That's right. Chris! Better put a leash on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Tell me. You just following orders? Or was it personal? Both. Jake, please stop. Put a bullet in your head! Put your gun down! Drop your weapon! Don't do this! There are more important things at stake than you and me. Gotta go! Jake! I know! Сосулька. Не сосулька. Guys, I think this is some sort of lift. There's one over there too. Let's get out of here. Или сейчас нам будет сосулька. The end of the world. Must we stop it? Нажал на кнопочку и остановил. Нет. Почему вы все не так просто? Just a bit. We gotta get out of here and warn HQ. Hurry, over here. Не на кнопки спасай мир. Guys, you did what was right. You kept this world safe. It was still his father. The kid had the right to know. Well, I'll tell you this much. I can't say I lacked your attention or what you could do. Sorry. I know it's never been easy being my partner. Once we get out of here, all that gonna change. Может, мы поможем? Рад, будет. Сталкер будет. Кто это, хищники, что ли? Я знаю. Что? Хищники. Не знаю, у них яйца на морде. Нагибай вверх ногами. Что за тупая сестра? Ебать, как РПГ. Сзади. Сзади смотри. Да я вот этого и боялся. Так, прикрой меня, я их сниму, наверное. Ё-моё, шатает как. Что с ним?
Бля, снайпера убил, убил. Пытаюсь, шатай платформы, они меня сбивают с ног. Зачем мне быть быстрым автоматом своим? Ёпта. Все, мы приехали. А у меня один кубик ХП. Я очень рад. Прыгаю от радости, видишь? Черный экран вижу. Я вижу черный экран со словами. Ё-моё. We're getting out of here. We're gonna save the world. You're right. Let's go. Хорошо. Это я думал, мы будем драться с боссом. Пусть он нафиг убьет Криса, я буду рад. Ну да. Уже все равно придется с ним драться. I'm through with this. Where's the exit? Трава. Где? Ё-моё, нет места. Мусор носишь с собой всякий. Лава! Как ковком это обожают. У них есть особый чувак в компании, ответственный за производство лавы. В каждой их игре. Я лавовый монстр был. Забинтовал. Лава его остановит, спорим. Новая игрушка. Ну чё он сразу себя не убил? Come get some, you ugly son of a bitch! Зачем ты возлез? Ты ебанулся. Ё-моё!
Блять, у меня два здесь. Что там как уже? Бегу за тобой, у меня там валилось. Где наш чувак? Ну, лучше тебя не знать. Ну что? Ну ёбаный, чё стал? Мне здесь надо драться, походу. Походу. Ё-моё. Тварь. Ну, дай ему стрелять. Но шар пока он раскалён. Просто в него. Ну весь свой магний достал. Блять. Давай. Ну да. Я бы так и оторвал. Ты ебанулся. Чё, как? Кто кого перемахает? Он не ворачивается. Под печень, под печень. Примани его там ближе чуть. Фаталити, точнее бруталити. Теперь не знаю.
Блин, и как отсюда вылезти предполагается? Я вылез. Ага, еще один проход. Меня все оружие забрали. Я уронил пистолет и весь арсенал лав. Блин, скоро там конец. Я надеюсь, потому что... Интересно, как... О, эмблему прыжка. Some kind of warehouse. There's gotta be a way to move shit in and out. Right. Поехали, блядь. Скоростной поезд. Whoa, this is fast. Yeah, there's no goddamn steering. Да ладно. Christ almighty, what does it take to lose this guy? Come on, we have to move further up. Jesus, take the hit. Ляп, ляп ручками. Ну.
sample was handed over to the UN's leading researchers, along with 6 months' worth of test results retrieved from Neo Umbrella's archives. With the data now in the right hands, things seem to be finally settling down. Following Jake's rescue, BSAA officials classified his relationship to Albert Wesker as top secret, recognizing the threat it could pose to global security.